Всем привет! Мы находимся в центре Волгограда. Вот такой красивый собор. Я вам его показывала осенью. Очень красиво. Все время здесь оставляем машину, потому что больше в центре поставить ее просто-напросто негде. Я нахожусь в магазине «Магнит» в спальном районе. Давайте посмотрим на цены. Ну вот яблоки. 109 рублей вот такие не очень. 123 Golden Delicious. 159 вот такие красные яблоки. И вот по 83 рубля это яблоки, типа, знаете, вот эти, которые дешевые, урожай. Вот здесь тоже вывеска висит. Так, что тут? Не более 3 килограмм сахар, песок 1 килограмм. Средство, подсолнечное масло, соль, рис не более 3, сахар, песок 1. Подгузники детские не более 2 единиц, не более 5 килограмм тушка курицы. И не более 1 единицы одного товара, сахар, песок, 5-килограммовая упаковка. Но я, честно говоря, не вижу здесь сахара. У нас теперь магазины оцениваются по наличию сахара. Капуста очень дорогая, 88 рублей. Она везде. И в покупочке 88, и здесь 88. Огурцы 92 вот такие. Я на базаре брала их по 100. Вот такой шикарный перец. 400 рублей килограмм. 399. Морковка 54, лук 39. Как-то даже неинтересно ходить, потому что все есть. Вот кура, вот там консервы, то есть все-все-все. Друзья, ну все есть. Очередей нет, никто не стоит, никто ни зачем не гонится. Бабки сахар не разбирают, может быть, потому что я его, честно говоря, не увидела еще. То есть вот такой магнит в спальном районе. Мы заехали на базу, на оптовую базу, где раньше всегда очень часто брали макароны, муку, ну, в общем, все что угодно. Вот там на тех складах, где стоит вон та синенькая машинка, вот мы сейчас купим, вот она мука, мешок муки. Друзья, хочу муку первого сорта на хлеб. Сами знаете, хлеб сейчас надо печь самим, да-да, заворачиваем. А здесь, друзья, рай, мука Сарепта, мука ржаная. Мука «Золотой колос», второй сорт даже есть. Вот я сейчас все и возьму. Сахар, песок. Интересно, почем? Сейчас пойдем узнаем. Молоко сухое, кисель, отруби. Рисовые, что ли? Рисовые отруби. Я не знаю, что это такое, но, короче, вот рисовые отруби. Всем привет, дорогие друзья. Ну что, очередной визит в магазин. Хочу посмотреть, что у нас есть на полках. Яблоки остались только дорогие. Вот, смотрите, 131 рубль по карте покупочка. Голдена нет. Вот эти яблоки вообще несъедобные. Мне они не нравятся. Но с овощами все в порядке. Картофель отборный в сетке 69. Лук 39. Картофель импортный 79. Капуста белокочанная как была 88. Так и стоит 88 рублей. Кстати, сегодня в магазине есть тортики. Я вам говорила, что тортики почему-то разбирают в первую очередь. Так, яйца 77,91, перепелиные 101. Вот яйца помельче 66. Я не знаю, стоит ли идти смотреть гречку. Но раз пришла, наверное, стоит. И гречка у нас 118 рублей, 164, 139. Где-то была дешевая. А вот она, 75 рублей гречка, бакалейная лавка. А гречка на развес по 109 рублей. Вот, пожалуйста, бери какую хочешь. Макароны 39. Перец черный горошком 108 рублей. Вот перец по 41, но здесь 15 грамм. А здесь 50. То есть выгоднее взять 50, чем вот этот за 41. Бигланч 54. Так, томатная паста и всякие кетчупы. С сахаром у нас проблема решена уже давно, я показывала это много раз. Вот смотрите, на развес сахар в одни руки 67 рублей один пакет. И один пакет можно взять такой в один руки по 69 рублей. У меня мужу надо кормить пчел, поэтому я беру. А так я, конечно, сахаром не закупаюсь. Мука по 83. Масло сливочное 105 рублей, вот это хорошее масло. Вот еще тоже хорошие продукты из Елани 172. В общем, в принципе, вся молочка есть на полках. Друзья, я ее беру редко, поэтому не знаю, сколько стоит. Помню, сколько стоили сливки 33%. Ну вот, в принципе, не подорожали. Смотрите, 228 рублей. Хорошо, из них хорошо крем делать на торт. Пол-литра. В общем, раньше они были белорусские. А сейчас не знаю, доставать с полки не буду. Мне кажется, сыр подорожал. Но я не знаю, когда он подорожал. Сейчас или еще раньше. Потому что, смотрите, все сыры. Теперь цена за 100 грамм 210 рублей, 175. В
рублей. А, это за 200 грамм цена. За 200 за кусок. А я уже испугалась, думаю, что сыр стал больше 1000 стоить. Весь, любой. Но оказывается, нет. В чаях я сейчас возьму какой-нибудь чай по акции. Мне вообще нравится вот этот азерчай по 83 рубля. Сейчас посмотрим, может быть, еще на хороший чай есть какая-нибудь акция. Ну, вот Ричард 79. Что еще тут у нас? Давайте его возьмем. Так, нет, не будем брать, потому что он с ягодами. А я люблю просто черный. На нижних полках, как всегда, стоят недорогие. Вот его мы и возьмем. 55 рублей. Это вот такой самый рабочий крестьянский чай, друзья. Его всегда берут. Но, в общем, то, что подешевле, надо брать его. Бросаем его в корзинку. Говорят, с упаковкой тетрапак скоро будут проблемы. Поэтому посмотрим, сколько сейчас стоит сок. О, яблочный 99. Вкусно сок. Ну, что-то вообще совсем недорого. И вот 99. Ну, в общем, компот. 149 любимый. Взять Тимуру. Вишни, яблоко. Не знаю, какова здесь натуральность и какое здесь вообще содержание сока. Я его вообще, честно говоря, вижу первый раз. Давайте его возьмем за 99 рублей. Но это вообще недорого, как компот. Просто чтобы попробовать. Куры у нас стоят 148 рублей. Наши местные. Бедро 139. Филе куриное 259. Но вообще, в принципе, я так особого подражания не вижу. И моя продуктовая корзинка выглядит вот так скромно. В принципе, здесь сахар, макароны, перец черный, чай и сок. Саженцы. Давайте на саженцы посмотрим, подражали или нет. Давайте посмотрим, что тут у нас. Саженцы с пирей 375 рублей. Ежевика 297. Роза 359.